На Чигете в Кабардино-Балкарии лавина накрыла лыжников. Под снегом оказались 3 человека, 2 погибли. Их тела уже обнаружены. 3-го ищут. Для этого на место происшествия отправился поисковый отряд. 7 спасателей со снаряжением. Известно, что экстремалы катались на закрытых трассах. Происшествие и на горнолыжном курорте в Сочи, где погиб сотрудник противолавинной службы. Спасатели нашли его тело под снегом. Накануне власти города перевели все экстренные службы в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада. Сейчас специалисты принудительно вызывают сход лавин при помощи специальных пушек.